Всем привет, это снова мы, Панов взрослый и... Ну, пофиг, как, называйте нас как хотите, или хоть Сердар втащите. Холодец бросится наружу. Чего мы собрались-то опять, ёпара с этой командой? Что за бардак опять устроили? Рассол с виснут, ну что это за фигня? В первую очередь мы хотим подвести все итоги ушедшего уже года 2013-го и сказать, и рассказать всем нашим зрителям о том, как же мы начинали... Ты забываешь трогать ногой. Как же мы начинали наш проект, и почему мы его начали, что мы с ним дальше будем делать и так далее. Потеряли свое я два военных корабля. Нарезки из суперфера. Было великолепно. Да, я Шедевра. Так я не смотрела, посмотрел. А, они проводили много времени. Они так. Короче, они друзья. Ваня начал работать Simples, и как-то раз он запостил на Фейсбуке о том, что вот, встреча друзей, бла-бла-бла, мы будем играть и транслировать лайв. Я пришла с Дашей, Даша сразу схватилась за камеру, думаю, ну, по-моему, Ваня предложил ей, говорит, вот, есть ходер, можешь пофоткать. PlayMD, как вы все знаете, есть возможность чата, там кто-то что-то запостил, кто-то что-то откомментировал. Я сидела рядом с компьютером и ответила. И тут завязался диалог. И мы думали, что с этим делать. Эту идею для того, чтобы мы могли продолжать делать какие-то передачи, Ваня должен был спросить разрешение у своего начальства. Для того, чтобы делать какую-то презентацию, ему нужно какие-то заметки и такое. Поэтому мы морально готовили. В конце концов, Ваня сказал своему начальству, что эфир на диване. Сначала название было «Кефир на Иване», да, «Зефир». На Иване. Когда нужно делать эфиры, я хочу, чтобы вы понимали, что мы работаем. И все это мы делаем не вместо работы, не от безделья, а после работы. Агент! Да, Ваня любит так вот вообще, он название любит такое, чтобы ты агент, ты менеджер, да, а ты копирайтер, а ты мерчендайзер, а ты менеджер. Художественный руководитель. А, да, художественный руководитель. Да, вот эта попа, которая ходит перед вашим экраном, это наш художественный руководитель. Чем он руководит? Я так и... Попой? Ой, блин, ты же это Сердара покажешь. Звонил, искал ребят по одному, как бы знакомых музыкантов. Группы к нам приходили по-разному, некоторые стучались, просились и были очень благодарны за то, что ну, мы для них делаем, потому что, ну, скажем так, это больше им нужно, чем даже нам, потому что это для нас хобби, для группы это какой-то пиар, это какая-то запись, это ну, что-то, что приложится к портфолио. Иногда возникали некоторые такие комплексы, опять же, под диванные новости о том, что да что, неужели кто-то такой вот, ну, достаточно известный не придет, но все дело в отношении. Я на возле Элен.
было у самых истоков. Им говорят о том, что вы сможете сегодня играть. И они по всему городу ездили, собирали аппараты, в конце концов эфир был просто... Шок было в том, что это все было естественно, натурально, не без прикрас. Ребята простые, ребята искрометные, они отвечают на вопросы без всяких заготовок, они хорошо играют, они... Ну, чем вас играют. И это интересно смотреть, потому что это жизнь. Честно, так по соседству в баре бухала, тут ваш художественный руководитель зашел, и тут база знакомых. Оказывается, это знакомый знакомых знакомых знакомых. И когда так познакомились, очень там, вообще-то выпили. Я говорю, давай заходи там, замути что-то там, подкорректируй текст. Я говорю, ну давай, я все-таки журналист по профессии. Пришла, подкорректировала, что-то еще подкорректировала, тут походила, что-то притерлась, повыклась. Думаю, а печку бы я, собственно, и не подключить с вами. Рассказывать нечего, мы в городе Бельцы, с севером Молдовы. Гаверный вопрос, а почему вы, ребята из Приднестровья, из Приднестровской республики, а пишете на молдавском? Мы из Приднестровской республики. А Бельцы, Бельцы. Где же эти? В Молдове. Вы что в Молдове, в Приднестровье? Блин, Приднестровье тоже находится. Приднестровье тоже находится в Молдове. А вот! Там подсказка. В общем, все это в Молдове. Это одна огромная советская страна. Я ее не делю. А, советская, правильно. Вообще, ты, получается, внесла огромный вклад в этот проект. Прикольно. Тебе спасибо. Да не могу что. Ты мое пиво. Налейте ей там. Это нашла наша записули. Записули, да? Да, вот это то, что мы с Мишей Гавриловым целый огромный такой семинар, такой тренинг, да, с нужными рекомендациями, материалами. Да, у нас зачем мы вообще это делаем? Спросил Миша. Довольны ли вы тем, к чему мы сегодня пришли? Да, я да. Я более чем довольна, потому что я Ване мозг с концертом, с фестивалем уже долбала, когда еще с мая. Ну, в принципе, это витало в воздухе, понимаешь? И я не знаю, что у вас... Но говорил Миша, он говорил, то, что в вас сидит, вы это пропустили, может, когда-то озвучили, и вот так оно ушло, вот это нужно поднять и еще раз пересмотреть. Вот то, что мы и сделали сегодня, мы пересмотрели и приняли. Действительно это важно. Да, здесь есть коммерческое предложение для наших будущих спонсоров. Будущих бывших? Да, но это то, как мы планировали фестиваль, который в конце концов стал не фестивалем, а концертом на диване. Играй, как можешь, сыграй, закрой глаза и вернись. Не пропади, но растай. До колье поклонись, мое окно отогрей, пусти по полю весной, не доживи, но созрей, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной. Дело в том, что вот в этой грешной стране все пьют. Так вот, сегодня тот самый первый эфир, когда я тоже буду на диване. Правда, Ваня. Опять эта жопа в кадре.
к веснице се ближи. Здорово, Дмитрий, да? Да ты что? Скажи, пожалуйста, почему ты вообще стал заниматься этим проектом? Просто Вано решил выставиться как-то. Я первый раз услышал его, как он играет на гитаре. Угу. Вот. А потом решили, давай поставим камеру и попробуем в эфир этот пускануть. Угу. Да? И что-то зрителей это зацепило. Почему бы и нет, я сказал. И стал художественным руководителем. Сразу же. Королева рока. Еще раз хочу поблагодарить всех, которые были на фестах, кто к нам приходил, никуда не теряйте, никогда. Добивайтесь своего, потому что вы все талантливые. Мы добьемся со своей стороны, чтобы вас услышали. А мы были с вами... Кто мы? А как мы сейчас? Ну, я не знаю. Вано старый и Володя... Камень.